Современный и удобный детский сад на Баумана 5Б, 14-й трест, построил меньше, чем за год. Когда зашли там? Да нет, мы зашли осенью. Да. Ну, мы такой садик делаем, ну, максимум год. 9 дней, чем год. Проект типовой? Нет, не совсем. Дошкольное учреждение даст микрорайону 200 новых мест. Ожидается, что первые дети пойдут сюда уже во втором квартале 2015 года. А это уже сад на Хабаровской, 68. Перед зданием обустроена прилегающая территория, есть веранды и игровые комплексы. В помещениях выполнены отделочные работы и установлена сигнализация. Осталось департаменту образования поставить оборудование и принять детей. Все. Все остальное сделано. Вода на садике есть, тепло есть, канализация есть, электрика есть. Все необходимые мероприятия по безопасности тоже выполнены. Детский сад рассчитан на 178 мест и планирует открыть свои двери во втором квартале следующего года. Такая форма взаимоотношений, когда строительная компания за свои деньги возводит новое учреждение, а затем его выкупает муниципалитет, полностью устраивает обе стороны. Проектировщики и строители должны проектировать и строить. Мы должны определять, где прежде всего нам нужны детские сады и школы, и грамотно планировать бюджет для того, чтобы выкупить. Коллеги зашли на объекты буквально меньше года назад, и вот результат, продукт совместного труда вы видели. Быстро, качественно. Еще один садик строится на газонной 19А. На приобретение этих трех зданий в бюджете города и края предусмотрено 480 миллионов рублей. Увеличение мест в детских садах – задача приоритетная в деятельности президента России и губернатора Пермского края. Всего в этом году в краевой столице планируется создать около 3000 дополнительных мест для дошколят. Олег Романов, Владислав Епанов, Василий Дулепинский, телевизионная служба новостей.